20 минут о красивых людях в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Высокая концентрация стильных красоток на квадратный метр в Гагарин Резиденс отмечается впервые. Это открытие студии «Белла Про» райского уголка в зимнем Челябинском лесу. Все мы не ангелы, но у нас теперь свой рай есть. Формат студии – все виды эпиляции – шугаринг, лазерная и электро. Но это техническая составляющая проекта. Есть еще и эмоциональная. Они попадают как будто бы в тропики. Покачались на качелях, посидели, попили кофе. Мы хотели создать зону отдыха для всех. Большая зона мастер-классов, мы можем обучать тоже всем этим процедурам. Мы приходим сюда как домой, хотя новое очень место. И, естественно, мы знали, что будет все шикарно, но не ожидали, что будет настолько шикарно. Я, правда, специально не приходила на стройку, не приходила, когда был предварительный какой-то результат. Я просто хотела прийти и вот так вот... И реально так и было. Я ухожу всегда с отличным настроением, с морем позитива и энергии. Видели уже все на фотографиях, хоть как-то, но вживую это все еще более масштабно, еще более красиво. Я считаю, должны быть такие места, где есть все. Это идеально для работающей мамы. Здесь все пропитано теплотой и позитивом. И все продумано тщательнейшим образом, начиная от интерьера, заканчивая подбором команды. Люди приходят с разным настроением, после работы, уставшие. И энергетика очень важна. То есть нужно, главное, самое главное, расположить клиента к себе. Каждому клиенту, конечно, свой подход. Специалист должен проконсультировать. И медицинское оборудование также очень важно. Обаятельные бизнес-леди такие разные, но их мысли и чувства в отношении любимого проекта совпадают даже в мелочах. Катя, она вот прям душа, вот это все красота, суперсервис, то есть она все это оттачивает, а я такая, все, внедряем, классно. Ей попался такой партнер, как я, то есть у нас Даша огонь, а я вода, и мы вот так очень идеально друг к другу подходим. Все единодушно, мы спорили вдвоем с дизайнером, с рабочими, но... С друг другом вообще нет, у нас прям вот одно видение. Мы даже если что-нибудь боимся, мне не нравится, но еще не знаю мнение Кати, и такая начинаю мягко. Слушай, ну может, я тебе тоже хотела это сказать, мне тоже это не нравится. И то есть вот в плане создания студии все было обоюдно. То есть даже спрашивают, кто придумал, мы в один голос говорим вместе. Число гостей вечеринки насчитывает несколько сотен. Все друзья и знакомые. Мы знакомы с Дарьей очень давно, начиная с самого первого ее дня работы. Наконец-то те масштабы, которых Даша достойна. Классно, когда люди проходят весь бизнес с самого начала. Ты понимаешь, что они знают все нюансы, все тонкости. Ты можешь довериться, потому что человек не просто купил франшизу, он знает этот бизнес вес. И ты знаешь, что если ты к нему пошел, то ты получишь услуги на самом высоком уровне. Поэтому я за Дашу искренне рада. Она большой трудоголик, и это просто логичное продолжение ее дела. Мне кажется, что это соответствует сейчас всем современным тенденциям и является реально крутым, модным, настоящим, правильным бизнесом. Так, именно так и должно быть. Клиент должен наслаждаться, отдыхать, не только получать качественную услугу, хотя и это встретить не так уж легко. Но здесь действительно райское местечко, и я думаю, девчонки будут здесь зависать просто так, даже вне процедур. И будем устраивать здесь вечеринки и фотографироваться, очень много крутейших фотозон, так что все реально очень-очень круто. Хорошее начало – половина дела. Горы творческих планов, бьюти-идей, море позитивных эмоций, гладких тел и довольных девушек – все это в ближайшем будущем. А пока песня.
Жизнь сегодня непростая, и это я не про экономическую ситуацию, это я о системе ценностей, которая меняется так же стремительно, как и все вокруг. И чтобы лучше понимать друг друга, психологи рекомендуют чаще разговаривать. Как с детьми говорить о взрослом, узнали слушатели специализированного мастер-класса, который проходил в фотостудии «Третий блок». Кто из родителей не знает проблем с детьми? Они, проблемы, возникают вне зависимости от социального статуса и материального положения, а значит, решают их не деньги и связи, а доверительные отношения с самыми близкими людьми, которые, в свою очередь, необходимо выстроить. Этот мастер-класс по психологии из цикла «У вас ребенок» посвящен теме сложной и актуальной. Как разговаривать с детьми о таких темах, как деньги, секс и смерть? Мы взяли темы, которые происходят, но к ним обычно люди не готовы. Мы считаем это важным, чтобы поговорить на такие неудобные темы. Так или иначе, мы эти темы пытаемся выловить либо из соцсетей, да, сейчас мир интернета, либо из книжек, из разговоров. Но мы с этими вопросами очень редко приходим к родителям. Работа с психологом – это процесс двусторонний. Редко удается решить проблему, не копаясь в себе и не разбирая свое поведение. Наш курс направлен на то, чтобы родительство стало осознанным. Что мы в этой теме передаем от нас лично ребенку? Что конкретно мы хотим ему рассказать? С каким багажом, таким именно экзистенциальным, выходит ребенок в жизнь? Не то, что он добрал где-то через что-то, а понять, что он взял из мира и как мы это можем трансформировать. Потому что нам кажется, что мы с этими вопросами приходим только к определенному возрасту. Абсолютно нет. Мы начинаем с самого рождения. Ребенок даже начинается с секса. Мы занимаемся сексом, чтобы ребенок получился или не получился. Да? И мы в этих темах находимся постоянно, поэтому говорить, если родитель говорит об этом, то это как раз-таки про возможность говорить и на другие темы, про установление контакта, про установление эмоциональных отношений. А это такая подложка, такая база для гармоничного развития личности. Поэтому это просто те темы, которые очень живые. Все наши скелеты мы достали из наших шкафов, и столько у нас домашних заданий, с которыми мы сейчас работать, справляться. Мы все не ангелы, и мы допускаем ошибки, но для своих детей хочется эти ошибки решить и помочь им жить дальше лучше, красивее, счастливее. Подкровенничала сама с собой. Конечно, возникло очень много вопросов, которые хочется задать, хочется поучаствовать в других темах, чтобы побольше распутать то, что есть из накопившегося. Я для себя вынесла прям несколько очень четких пунктов, которые я точно не хочу делать. Я буду стараться, да, все это реализовывать. Быть может, пока вопросов больше, чем ответов. Но гармоничные отношения за пару часов не выстраиваются. Нужно время. Кстати, тема следующего мастер-класса – психологическая травма. У обывателей есть масса заблуждений насчет этого явления. Если вы можете манипулировать, он соглашается с тем, что и мир в дальнейшем тоже может им манипулировать. Что, если других очагов уже нет? Это другой вопрос. Говорят, признать проблему – значит сделать первый шаг на пути ее решения. А найти в себе силы и обратиться к специалисту – это уже половина пути. Проблемы в отношениях были, есть и будут, но человек психологически зрелый способен их нивелировать, ну или как минимум не усугублять. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Клиника «Источник» представляет генетический тест «Косметология». Это анализ более 100 генетических маркеров, который позволяет максимально точно оценить состояние кожи, чтобы выбирать только эффективные косметологические программы. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905.
Молодые дизайнеры часто объединяются, чтобы вместе представлять общественности свои модные коллекции. Один из таких проектов называется Art Fashion Event. Что нового в мире моды и искусства, узнаем прямо сейчас. Новые коллекции уральских дизайнеров под звуки живой музыки и вокала в сопровождении классического танца и современной хореографии, а также художественного и парфюмерного перформанса. Тема вечера «Чувства» открывает большой простор для творчества. Человек – это всегда о чувствах, то есть мы этим, собственно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, отличаемся от животного мира так глобально, потому что у нас есть чувства. И вот это вот все, оно в коллаборации с показами, ну, не сможет, по крайней мере, оставить никого точно равнодушным в этом зале. И мы надеемся, что мы пробудим у людей чувство прекрасного, чувство стиля и чувство предновогодние, потому что очень много сегодня будет вечерних нарядных образов для того, чтобы уже создать немножечко новогоднюю атмосферу, и гости смогли в нее окунуться. Фэшн и Челябинск, как мы поняли, что это уже не два разных понятия, а очень тесно идут друг рука об руку. У нас очень много мероприятий, связанных именно с модой. И я думаю, что это тоже достойное мероприятие. Взять Гуччи, например, у них там все с артом связано. Это как бы два направления, которые идут нога в ногу, и поэтому, ну, арт фэшн – это, да, это два словосочетания, которые идеально подходят друг к другу. 12 авторских брендов представили свое видение современной моды, созвучное различным настроениям большого города. Екатеринбург по праву считается городом стилистов благодаря высшей школе имиджа и стиля, а потому Art Fashion Event вот уже который раз приглашает на этот вечер его именитых преподавателей, чтобы гости из первых уст могли узнать все тренды будущего сезона. Это здорово на самом деле, что люди интересуются гармонией и красотой, и мне кажется, что нет вообще какого-то предела. Да, действительно, Екатеринбург считается городом стилистов, но, на мой взгляд, это очень круто, когда мы можем нести красоту в массы, в общество и видеть вокруг себя очень красивых людей. Выражение чувств, которые внутри у человека присутствуют, но он их не выражает во внешний мир, крайне важная проблема. И это можно решить с помощью одежды. Поэтому сегодня я об этом буду рассказывать. За вкусовые ощущения отвечали блюда от шеф-повара, за тактильные – развернувшиеся здесь же на площадке маркет. Ну и, конечно же, основная часть была посвящена визуальному восприятию. Этот арт-фэшн-ивент воздействовал на все органы чувств, и это очень современный подход. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Популярность пуховика в нашем климате не вызывает сомнения. Это как джинсы. Есть практически у всех и не в единственном экземпляре. Подлиннее, покороче, поярче или поспокойнее. Редко в течение зимы мы обходимся одной моделью. Как правильно выбрать пуховик? Я предлагаю обратить внимание на цвет. Цвет – это то, что поднимает настроение, то, что разбавляет наши хмурые серые будни и заставляет нас чаще улыбаться. Здесь есть вставка из черного меха, и сразу понятно, с чем такой пуховик можно комбинировать, то есть он отлично будет смотреться с черным, с серым, с бежевым цветом. И такой цвет, он освежит очень многие типы внешности и хорошо подойдет и блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам. Металлизированные фактуры в моде уже не первый сезон. По прогнозам экспертов, в тенденциях это сохранится надолго. Такие пуховики замечательно будут смотреться с шерстяными брюками матовой фактуры, либо с джинсами. За счет своего блеска они уже активные, акцентные и
просто дополните их базовыми вещами, которые есть в гардеробе у каждой. Пуховик цвета горький шоколад будет великолепно смотреться с жемчужно-серым оттенком, с бежевыми оттенками, с приглушенным, пыльно-розовым. То есть не обязательно покупать такой пуховик и оставаться в темных цветах, можно добавлять и разбавлять его более светлыми цветовыми акцентами. Что же касается ухода за пуховиками, то большинство производителей рекомендуют химчистку. Есть, конечно, всевозможные приспособления, как, например, шарики и специальные гели для машинной стирки, но практика показывает, что сохраняют свои теплые свойства именно те изделия, которые подвергались профессиональной чистке. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1.5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Это «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».